Всем доброе утро. Сегодня утро начинается с вкусного чая. Мы когда были в деревне, маме Таня, Настина сестра, подарила коллекцию чаев от Кёртис. Там, по-моему, 6 разных вкусов. И мама со мной поделилась. Вот, я взяла домой их. И вот пробую. Сейчас у меня чай Баунти. До этого был апельсин с шоколадом. Мне прям очень понравилось. Думаю, даже, может, себе как-нибудь куплю. И еще у меня тут кексики. Завтрак такой. Игорь еще спит. А я уже сейчас буду работать. Так что всем хорошего дня. Я тут уже после душа. И, как вы заметили, мое любимое слово «уже». Я хочу, чтобы оно было. А я тут занимаюсь работой, решила прерваться, и мне пришла такая в голову идея. Вообще вопрос первый к вам. Кто меня смотрит? Есть ли люди, у которых, например, депрессия, панические атаки, тревожные мысли, неврозность такая, раздраженность? Если есть, дайте... Сериал разговаривать. Дайте знать. Я вообще думаю, может, мы с вами создадим чат в Телеграм, и будем там друг друга поддерживать, периодически общаться, потому что, например, я, по сути, одинока. Ну, в плане, у меня нет друзей, у меня, кроме общения с Игорем и клиентов рабочих, общения особо нет. Раньше брат, как-то с Димой было много общались, сейчас он в армии. Мне нужно общение, я говорю так, как есть. Если вам тоже нужно общение, может быть, мы как-то с вами соберемся, например, в Телеграм-чате, я создам, и будем там друг друга поддерживать, общаться. Я сейчас очень много изучаю психологию, и, возможно, кому-то эта тема интересна, или, может, меня смотрят психологи. Вы к нам присоединитесь, нам что-то посоветуете. В общем, такой полезный чат, такой женский чат, где мы можем обсуждать всякие моменты. Это будет строго женщинам, мужчин туда нельзя. Будем обсуждать моменты какие-то, проблемы наши, сложности со здоровьем вообще. Как вы смотрите на это? Мне важно понимать, будет ли это нужно кому-то. Поэтому давайте сделаем таким образом. Я не хочу, чтобы этот чат был открытый, то есть в каком плане, чтобы все туда проходили, кто хочет. Нет, туда будут идти, кто действительно... О, боже, у нас оса летает. Кто действительно на это настроен. Пипец. Сейчас я ее убью. Я ее не убила, я ее выгнала, не переживайте, все нормально. Так что если вам опять... Ё-моё. Выгнал. Вторую осу выгнал. Этот, Игорь, этот. Короче, чат будет закрытый, я туда буду ссылку давать, например, ВКонтакте вы мне напишите, или лучше в Инстаграм, даже я вам там ссылку, вы пройдете. В общем, кому эта тема интересна, мне пишите в Инстаграм в личку, ссылка на Инстаграм есть в описании, и мы сделаем такой чат, попробуем, что из этого получится. Но я думаю, будет очень крутая поддержка, особенно тем, кому она действительно нужна. А, как раньше, такая ностальгия, блин. Иногда я скучаю по той квартире на Суздальской. Я тут решила выпрямиться. Без челки выгружу вот так. Сейчас буду челку выпрямлять. Сделала легкий макияж. Но тут на фоне сериальчик. Настроение было выпрямиться. Уже, кстати, корни отрастают прям. Скоро буду опять краситься. И мой образ завершен. Мне очень нравится. Прям сегодня так легко как-то. Макияж легкий получился. Знаете, как Игорь лечит мою депрессию? Выгоняет меня на прогулку. Мы решили прогуляться, съездить, может, опять до центра. Мы тут раз галопом по Европам. Уже приехали очень поздно, ничего особо не рассмотрели. Не знаю, может, сейчас туда поедем, может, еще куда-то. Игорь на мамой в курган хочет. Ну, я на мамой в курган так себе. Ступеньки там. Не знаю, куда поедем. Я не стала повторно уже краситься, так как есть. Нормально. Прическа тоже нормально сохранилась еще. Поработать успели. Сейчас уже 7 часа. Решили съездить прогуляться. Тут сумку собираю, у меня телефон разряжен, с собой беру шнур. Вот. Интересно вам, интересно такое видео, что хранится в моей сумке. Ну, у меня на самом деле тут ничего такого, но
Если вам интересно, я бы записала. Давайте так, если будет два хотя бы класса на этом видео. Два бывает, ладно. Давайте 4 класса, и я сниму в следующем влоге, что в моей сумке. Что обычно я ношу. И так далее. У меня есть какая-то жвачка вкусная. У меня есть два вида. Есть с миньонами банановая. Но я ее не хочу. А есть арбузная. Да, сейчас арбузную пожую. Так что мы сейчас собрались. Ну, мы так редко гуляем, блин, вообще. В основном по своему району. Ну, это я имею в виду, что прям так выехать по городу. Кстати, нашла свое новое кольцо. Так оно выглядит. Фокусируйся. Не хочется. Блин. Короче, сейчас я переверну, покажу. Я же то кольцо свое потеряла, я же вам рассказывала. Искала его, все обыскала и так и не нашла. И тут, короче, вечером лежу. Мама прислала смс-ку, Жене, я нашла кольцо. Оно было за столом у Димины в комнате. Короче, нашла маму, потом как-нибудь привезет. Сейчас покажу это. Это выглядит вот так. Это когда на Новый год Игорь выбирал мне кольцо. Ему понравилось это, а мне понравилось то. И он мне решил два взять. Так что вот так вот красивенько. Оно раньше было на вот этот безымянный палец, но сейчас оно, ну, руки похудели чуть-чуть. Сейчас оно на этом. Мне нравится. Нежное такое. Симпатично смотрится. О чем задумался? Едем на трамвайчике. Зайчики в трамвайчике. Я запыханная, блин, поднимаюсь. Короче, мы сейчас на площади Ленина. И я вспоминаю, у меня тут практика там была во дворе. И помню со своей одногруппницей Дашей Марининой. Даша, если ты смотришь мои влоги, тебе привет. Мы стояли на остановке, и я ей говорила, да, я сейчас не домой, я сейчас гулять иду. Она с кем? Ну, типа с другом, с Игорем. С ним вместе на футбол ходим. Вот он, друг мой. Родимый. От дружбы до замужества один час. Ну ладно, мы долго общались. Долго дружили. Водил меня по футболам. Потом увел меня из отношений. Через два месяца он тоже не есть. Да нет. Что ты такой городишь? Ты же правда меня, по сути, из отношений увел? Не говори. Чего? Сама ушла. Ну я ушла, но спровоцировала. Не знаю, еще не придумала. Короче, мы сейчас на панораме. Погуляем тут. 100 лет тут не были, да? Помнишь, когда мы были на 9 мая с Кириллом? И я даже не помню, какой это был год. Ага. Панорама – это то место, где военная техника, такие военные памятники. Игорь пошел танки посмотреть. Смотрите, еще здесь открывается вид на Волгу. Очень красиво. Вообще, конечно, мы очень редко здесь, и перед чемпионатом тут прям-таки неплохо так все подделали. Игорь говорит, пойду посмотрю в танки, в которые играю, посмотрю на них. Смотрите, как много людей. Как много людей для буднего дня. Прям много. Не знаю. Я себе урвала вот такое мороженое. Кокос в шоколаде. Сейчас попробуем. Надеюсь, будет вкусно. Смотрите, какой смелый голубь.
Офигеть. Все равно боится. Офигеть. Почти ручной. Почти взял. Ну дай ему. На, не бойся. Хороший такой. Районе. Не так сильно долго мы погуляли, но все равно прогулялись. Сейчас хотим пойти что-то на ужин взять и отдыхать. Я что-то подустала, сегодня утомилась. Еще прогулялись. Что-то прям... Даже мороженое не доела. Кстати, мороженое было офигенно вкусным. Игорь мне помог. Классное. Попробуйте, если вам встретиться. Мы его в Волгограде покупали в магазине «Квадрат» называется. Сходили в магаз. Идем домой. Вернее, через банкомат. Игорь злится. Не любит такие долгие прогулки. Хотели. Игорь хотел мне цветочков купить. Но не было желтых, и я люблю именно желтые розы. Так что в другой раз. Идем потихонечку к дому, а то уже намотались. Уже темнеет. Видите, какая у меня тут атмосфера ужина. Я заказала в бистро себе чиабатту, очень вкусный гамбургер и фанту. И киношку у меня, сериальчик. Любовь не понимает слов, турецкий. Так что всем тоже приятного аппетита. Мое традиционное вам спокойной ночи. Мы сегодня старались поделиться с вами нашей прогулкой. Надеюсь, вам было интересно. И, кстати, я сейчас записываю это второй дубль, потому что я первый запнулась. И поймала себя на мысли, что, в принципе, у меня всегда влоги всегда это дубли первые. Редко, когда я перезаписываю, просто сейчас реально косичнула. А так, в принципе, лайф. Ладно, всем спокойной ночи, всем пока. Хорошего отдыха вам желаем. Тоже буду отдыхать, смотреть сериальчик. Так что всем пока-пока. Сериальчик такой.